который у меня бис. А вот меня бисовый тренинг идет, честно. А еще есть с этого, бля, Диодин, короче, как она, с Версалити на прок, ну, на юз, она нормальная? На юз все говно. Да все, все говно. Я прожался. Бля, рано, ну ладно. Дайте по ДК. Даю дэмэдж. Вообще terrible дэмэдж по ДК. Просто умирает, нахуй. Я тут маку упадем. Все там это айсбаунд потратили. Давай, веди его сюда. И он там докидает. Ну давай. Свернул друида пока. Денчик, денчик, денчик. Все. Вроде же я штринкую стан. Бля, меня сбили каст. Я убил в руле. Блять, кулаки, да, конечно. Монка вообще бесполезно фейкать. Ты фейканешь киком, потом тебе сойдет сабом, потом кулаками, а потом лэгсвипом еще. Хорош хост, там отлипал. Да. Ща убью, все, убил, ну. Что, 2 минуты, да? Да, минут 49. Ну ладно, чё, раз равно сейчас спать скоро. Завтра, если чё, можно покатать. В принципе, у меня больше рейдов нету, мифики закрыты, двенашка закрыта, можно арене, все себе фейно. Но у меня-то есть, поехали? Да, гу. Бля, надо было еще одну выиграть, чтобы... Ну я 10 игр сыграл в тройке с вами. Да не, я поехал. Даже винрейд положительный. У меня 1555. А, ну я тут его там. ДЦ Ферал вообще топовый сетап. Да? Да, терпеть не могу против ДЦ Ферала играть. Сейчас ты передумал. Короче, бегай и все. Я милая, давайте спокойно. Давай. Ферала выхилить вообще нереально. Я когда на Мистер Шамане играю, у меня так горит пукан. Ну, против Ферала хилить очень сложно. Когда он уешь. Ну, тут монах еще будет. Монах тяжело уешь, но он улетит. А, да. Вообще не играл арену с хилом. Хуёво тебе, наверное. Блять, ебаный ретрик. Кстати, ретрику-то вообще тяжело, да, по престу дамажить по щитам. Джажмент, там всякие хуяжмент. Они же там не прокают что-то у него, да? Или ты не шаришь за механику? Помогаю тебе. Сапчик стою. Сейчас лексвейп будет. А, ферну его. Какое? Щит, да, щит снял. А, с монаха? Да. У него нет такого говна, у него просто такой каз, который нельзя сбить. Нет. Нет, это не пурс, это такой каст. Он, короче, кидает ходку, и он автоматом, эта хуйня кастует. Да. Ченнелинг, да? Да. Да, ты его не можешь сбить. Да-да-да. Так, нажми на ШВ свое, первое. Там два варианта этого ченнелинга. Который можно сбить, а который нельзя. Сейчас ферну монах. Играй чисто в ретрика. Ну или окей, ферну двоих, кого хочешь, играй. В ретрику помогаю тебе. Давай кокон ебаный, сука.
Бля, я заебался, что за куча заведений у Реддита, что это за хуйня на... Вообще постоянно заведений Реддита. Сейчас я переключусь на Монка. Не, можно Ретрика добивать, ничего же не осталось с его. Я Монка ферну, и Ретрик умрет. Пошел гонять его, короче, сейчас ферну. Бля, он бэкпедалит, это пиздец, долбоёб, блин. Ой, я не фернул. Я ферну не достал. Дамажу тоже по ретрику. Блин, по сто тысяч или тебя, нихуя. Заебись. Снимаю бабу. Снял. Ферну монах. Ферну монка. Убивай давай. А можно, ну любого, короче, убивай кого хочешь. Монка хуярю. Да мы сейчас так их убьем. Сейчас ферну монаха, Ретрик должен умереть. Снял. А, Ретрик еще феры снимает, блин, точно. Это хуево вообще. Давай. Да, снимаю. Окей. Ты в кокон вообще не стесняйся бить, там абсорбан нихуя. Очень мало абсорбан. У меня почему-то с маной проблемы. Сапи стою. Вернул монах. Бля, этот Ретрик заебал снимать феры. Веди его подальше, чтобы он не доставал. Блядь, какой быстрый тап. Какой? Выбор сцы? Да. Да его не надо забивать. Да я хотел, просто не надо было так побежать. А. О, они зафудились. Давай я зум тебе сдам. Угу. Фернул двоих. О, знаешь, что сейчас соло Ретрика убьет? Просто смотри, поебало ему даю. А, еще один бабл. Охуеть. Слышь, блять, ну-ка. Да, добиваю. Изи, изи, вообще изи. Изи, ты по 10 минут игры, блядь, с престолом. Как в Херстоуне прям. Да хз. Вообще круто. Да круто. У меня еще рестор друид есть, но я на нем не научился хилить. Ну на престе-то у тебя вообще они все заебись, конечно. На рестор друиде нужен талант вообще must have. PvP. И он самый последний. Который все ходки одной кнопкой вешает. Без него вообще хуй знает, как хилить. Просто в тебя свитчат, и ты умираешь. Забавная тема. А у Феррала, типа, все, ну, эти, две дотки вешают одной кнопкой. Не, у Феррала последний, по-моему, беспонтовый. Да, он вешает глубокую вот... рану и рип, но, блядь, минута КД, и вместо этого да. Таланта, типа, который обновляет мне Тайгер Фьюри. Да, кик. Крутой талант, вообще мой любимый, тоже с таким хожу.
тут по варлоку. Просто на варлока садишься и убиваешь, нахуй. Блять, меня выкинуло нахуй из стелса. Ой, блядь, что-то проблемы, да? Сразу. Бля, нажми ШВ. Надо на варлока сесть, покикать ему касту. У него ШВ. У него пока ШВ, а у него мастер аур. Нефир диминишинговый. Есть еще ШВ? Угу. Все, изи, бля. Изи, нахуй. О, тринка 55-я. Спасибо. У меня уже есть такая. Мне 2 недели назад одни ноки падали на всех персах. А, не, погоди, у меня 45, вообще это один. Пассать сгоняю 5 секунд. Я рэди. Вы играли, кстати, турнир какой-то по доте? Меня Лёва звал. Да, меня тоже Лёва звал, но он говорит, это, он проебался в среднем, типа, думал, что там типа пятница был последний день, рэди, перед вечером такой, я что-то там выбираю или пишу, или что-то, оказывается, они уже сколько денег посыпали. А ты что, отказался? Я, да. Я в доту не заходил, хуй знает сколько уже. Не, я тоже, но я Леве сразу сказал, так и так. Он говорит, да похуй, это что-то, типа, не ложно. А ты смотри, а ты, когда бледы вешаешь, ты всегда стараешься баф держать кровавые когти? Ну, ох, я же вот сейчас 2 стака. Не, ну как, когда мы играли 3 на 3, и когда у Корса, или у тебя проблемы, то и у меня там, то я не стараюсь. Не, я первый блед вешаю хуёвый, а потом уже все бледы крутые идут. Бля, это вообще раковый сетап тоже. Да, если на тебя накинуться и потом смерч. О, я в сапе. Смерч, да, это вообще неприятно. Но у нас фир есть. Фигово, что у фирала вообще нет контроля, мне прям не нравится. Угу. Я еще в сапе. Долго он будет меня держать? Кидни. Че я его в комнату веду? Горота, блядь, ёбнутый рог какой-то. Как, блядь? Как ты его убил? Пиздец. Это чё, погоди, 1200? А, да, точно. Жесть. Даже я так на друге не дохну.